135 участников январских беспорядков попадают под амнистию в Жамбылской области. В отношении 20 из них продолжаются разбирательства. Остальных уже осудили за кражи, грабежи и поджоги. Всего по январским событиям в регионе возбудили около 500 дел. Треть расследовала межведомственная следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры. Напомню, закон об амнистии вступил в силу 2 ноября. В настоящее время уже амнистировали 5 из 135 человек. Все осужденные лица совершили тяжкие преступления и средней тяжести. Отмечу, что согласно закону, амнистии не подлежат организаторы январских событий, экстремисты и террористы.